Всем большой привет! Давайте посмотрим следующую часть моей коллекции ароматов. Я говорила в начале, что это больше ролик развлекательного характера, не информативный. Кто ждет ноты, мое восприятие, этого здесь не будет. Ну, может быть, совсем в небольшой степени мы в основном будем греметь флакончиками. Дело в том, что я просто не смогу сотни ароматов описать в двух словах, потому что, ну, нужно какие-то обновлять, какие-то вспоминать. Это невозможно. Ну, по крайней мере, мне лично невозможно это сделать. А погреметь, посмотреть, если какие-то названия я забыла, ну, воспринимайте это с пониманием. Попробую показать все, что смогу. Что-то назову. Ну, в общем, давайте так. Сегодня мы будем смотреть, как из названия уже понятно, Oriflame и Faberlic. Вот эти две сетевые компании. И начать хочу с Oriflame. Практически все ароматы – это подарки девочек, потому что в Oriflame я не была зарегистрирована. Но я очень-очень люблю их парфюмерию. Вот Avon и Oriflame я бы выделила в сетевой парфюмерии. Конечно, есть еще и Yves Rocher, есть Mary Kay, есть еще много других сетевых компаний, где есть парфюмы. Но я вот как-то ближе вот к этому, наверное, потому что ароматов больше всего. Faberlic мне тоже нравятся очень многие ароматы, но там есть ароматы, которые мне не зашли. И если сравнивать эти три компании, то Faberlic на первом месте по количеству ароматов, которые мне не подошли. Но есть те, которые я горячо люблю. Все, вступление целых 2 минуты заняло. Давайте я вам покажу от Oriflame два самых высоких флакончика, которые у меня есть. Оба подарила мне Любашка. Это прелесть. Прелесть не просто по звучанию. Снятость, аромат, снятость. Это прекрасный аромат по своей красоте. Вот для меня это женская такая фигура, которая идет по краю, наверное, даже не моря, а океана, по берегу. И вот в таком красивом платье вечернем, в такой милейшей шляпке. Ну, в общем, всем хороша. Девочки, вы мне постоянно пишете, как он по-настоящему называется, вот его настоящее название. Но я каждый раз не запоминаю, потому что, ну, как-то мне это не сильно интересно. И, скорее всего, я опять сейчас не смогу сфокусировать вам название. Не так, не сяк. Ну, ладно, неважно. Его можно вот даже по внешности найти. Я не знаю, эту снятость можно ли вообще купить в наши дни сегодня. Ну, тут Divine Royale, это я знаю. У Divine много, несколько ароматов линейки, и у меня есть Royale. Потихонечку я его использую, нравится аромат вот под цвет флакона. Тут много красивых цветов. Вот аромат для меня лето, хотя такой аромат я могу носить круглый год. Три аромата у меня есть от Giordani Gold. Первый покажу. Выглядит вот так. У него тоже есть какое-то название. Видите, очень тут все бледненько. Не буду я искать. Выглядит он вот так. Очень красивый аромат. Он немножко похож на Avon Premier Luxe Gold Blush. Вроде бы так. Такой же вот он. Серьезный, томный, вечерний. И вот на зиму хорош для меня. И два аромата от Giordani Gold, уже более классические для меня. Первый название имеет вот так. Ну, посмотрите, он у меня почти целый. Я его прям люблю и берегу. Вот этим я пользовалась почаще. Тоже давайте название покажу поближе. Это эссенция. Для меня Giordani Gold в Oriflame как Today в Avon, хотя со мной многие не согласятся. Рядом с ними я хочу поставить аромат Eclat Femme. Оля мне уже дарила. У меня, я говорю, все подарки. Если я вдруг не назову дарителя, то все равно у каждого аромата есть даритель. И девочки, огромное спасибо. Это сердце, кстати, не его родное. Это от Avon сердечко. Аромат закончился.
Обожаю. Это вот просто тоже классика Oriflame для меня. Как выявлен опять ТТА линейка, вот так это Т-клад для меня. Можно я сердечко не буду снимать, пусть он с ним так и дальше живет. Вся я тут во флакончиках, поэтому гремлю потихоньку. Четыре аромата у меня есть из коллекции. Woman's Collection. Аромат пиона. Это у них самые большие. Парочка у них, по-моему, флакон была. Тоже Оля мне дарила. Пионы, по-моему, и мимоза еще был. У меня пион 75 миллилитров. Большой флакон и очень даже симпатичный. Все остальные флакончики у меня 50 миллилитров. И они уже поменьше. Так, и поскромнее выглядят. Но очень серьезненько так вот. Флаконы одинаковые между собой. Но так прямо стильненько. Это жасмин. Также у меня есть сирень, белая сирень и ут. Но с удом я не подружилась. Он меня преследует. Аромат красивый. Я зимой его чуть-чуть наношу на воротничок, на помпон, ну, в общем, на мех в одежде и ношу на ветру в мороз. Но он у меня не выветривается. Я его слышу сутками. Не знаю, почему. Нота уда не хочет меня отпускать. И если другие девочки обновляют, я не обновляю неделями удовые ароматы и устаю от них. Но, к сожалению, почему-то на мне работает так. Но, тем не менее, аромат уда хоть и достаточно тяжелый для многих, вот прямо в миллиграммах мне нравится зимой в мороз его носить. Тоже название прекрасно видно. Вот такой у меня есть аромат от Oriflame. Немножко подзабыла я. Давно не носила. А вот этот время от времени беру. Мне очень нравится такой, как ретро-флакон. Здесь название можно увидеть. Тут леди. Вот. Видно название. 18-го года. Ничего ему не делается. Редко ношу. Он такой прямо... Прямо его мне захотелось обновить. Да, он такой, знаете... Аромат серьезной женщины и вот на ретро. Очень тянет на ретро аромат, как будто вот прям прошлого столетия. Ощущение даже, что и флакон с прошлого вот прям века сохранился. Есть два таких как бы вечерних аромата, в моем понимании вечерних. Потому что любое мнение, оно субъективное. Тоже поближе покажу название. Вот так выглядит. Ношу не часто, но люблю. И второй, это уже вот так, Лусия, звезда, ночная звезда, или как ее там. У них есть классика, и вот есть вот такой. Для меня вечерний ароматик. Также в темном флаконе. Горячо люблю, очень нравится. Видно, что он так убыл. Но и как-то я его отставила, а надо бы взять и попользоваться, потому что я его очень люблю любое время года. Тут уже ягодки есть в аромате. Есть сладость некая. Немножко я переставила. Для меня оказался самым вот в коллекции Oriflame тяжелым ароматом, он приторный даже в какой-то мере, сладкий такой. Но из коллекции я его не буду удалять, потому что мне в любом случае очень нравится, что он у меня есть. Было время, когда я ароматы, которые мне, как казались, не подошли, удаляла, а потом был момент, когда попадались пробники, и я думаю, ну, да не может быть, что это тот самый, который мне вот прямо фу казался. Он мне так понравился. Ну и я поняла, что с ароматами не стоит быстро от них отказываться, потому что бывают моменты, когда ты к ним с удовольствием возвращаешься, и оказывается, они звучат уже совершенно по-другому. Взрыв цитрусовой радуги – это Solar.
время от времени с огромным удовольствием беру. Вот знаете, такое ощущение, что как будто я им напиваюсь. Девочки, у меня есть привычка оглаживать флаконы. Кому-то, как оказалось, не очень это нравится. Я не скажу, что я с них вот так вот прямо пыль протираю. Может быть, это и привычка такая, я не знаю. Когда я беру в руки флаконы, я их начинаю гладить. Я сейчас стараюсь этого не делать на камеру, потому что некоторых это раздражает. Поэтому, ну, если вдруг инстинкт сработает, ну уж простите. В общем, вот, Solar или Solar, не знаю, ну, мне кажется, Solar. Ну, такой вот сладко-парфюмированный спрей, туалетная водичка, можно вот так назвать, это Love Potion. Он не сильно легкий, то есть я бы не сказала, что это вот прямо спрейчик какой-то легкий. Это приятный такой спрей, больше для меня как туалетная водичка работает. В нем и сладость, и томность, в нем есть, ну, такие прямо интересные нотки. И, как я говорю, в этой лампочке, потому что, смотрите, прямо эффект лампочки, 75 миллилитров. Очень он большой, и его заканчивать, конечно, если захочешь, то надо будет много времени выделить. Be Happy. Тоже я бы назвала взрыв такого цитрусового фейерверка. Такую лимонную водичку, как будто бы потрясли газированную и попытались открыть. Вот, вот он такой освежающий для лета, прямо освежение. Остались ароматы, которые я горячо люблю. Тоже был момент, когда не могла прямо напиться, можно так вот выразиться. Пользовалась, он был прям целенький. Вот столько ушло, и все отставила. И скажи, что не нравится, нравится, но больше не пользуюсь. А почему, не знаю. Да, приятненький. Вот надо будет его по осени взять, не на жару, а вот когда прохлада начнется, ветра начнутся. Вот он тогда заиграет. Снова. Название я вам показала поближе, надеюсь, потому что я его не назвала вот так. Ну, и, по-моему, нет. Это была как такая лимитированная версия. Аромат, типа гель для душа и скраб, или вот что-то такое было, прям тройной. Сапожок я называю. Кто-то называет пирамидка, кто-то там еще как-то. Здесь есть ландыши. Очень я его люблю. Тоже название давайте я вам вот так покажу. Элви, да? Это туалетная водичка. Очень нравится. Вот я ее так, можно сказать, потискала несколько месяцев. И время от времени беру, пользуюсь и опять прячу. Тоже в Oriflame, по-моему, уже нет. Вот такие есть малышки в Oriflame. По-моему, по 30 миллилитров они. Их несколько. Разного цвета водички. Вот название. У меня зелененький. Тоже вот люблю вот эти граненые флаконы. Так красиво они смотрятся. Аромат, который меня в этом году покинет. В этом году я решила закончить Happy Desiac. Мне он очень нравится. Сейчас его, ну вот, поменьше вот этой метки. Выходит вот, уже болтается, ну вот, на донышке, да. Если на уголок все. Чуть-чуть, осталось чуть-чуть. Да, я его вывожу, потому что красивый, хочется пользоваться. Но и чтобы хотя бы что-то заканчивалось, нужно вот как бы выделять особое внимание. Ну и три аромата. Благодаря девчонкам у меня есть розы. Роза золотая. Название. Давайте вот так. Валаре, по-моему, ее называют. И у каждой свое продолжение. Вот такая красивая розочка. Такая милая. И всех чаще я пользуюсь вот этой прозрачной белой розой. Прелесть. Прям прелесть. Вот такие вот у меня ароматы от Oriflame. И мы сейчас с вами перейдем к ароматам от Faberlic.
Фаберлик, давайте я покажу вам сразу три коробочки, где у меня есть повторки. Я их не открывала, есть опасность у Фаберлик, что ароматы могут портиться, да, или их верхний слой, или как вот то, что находится в трубочке, бывает у них такое. Но я не открываю все равно, не нарушаю, из темного места их не вынимаю, потому что у меня есть такие еще ароматы в использовании. Это кокетка и шармант. Давайте их сюда. И Донна Феличи тоже у меня есть повторка, и я тоже пока не достаю. Давайте сразу я их вам и покажу. Первый — это вот Донна Феличи. Тут я отмечала, и сейчас не отмечала последнее время, поэтому не знаю, сколько осталось. Это взрыв прямо вот цитрусов. И два, как раз кокетка шармант. Они хоть и маленькие. Вот так выглядят. Видно, что они тут убавлены оба. Где-то по половиночке флакончика осталось. Но надо их будет доиспользовать и открыть те, что в коробочках находятся. Ну и дальше давайте с больших флаконов начнем. Аура от Фаберлик. Нравится она мне, время от времени беру и с огромным удовольствием пользуюсь. Просто не на постоянной основе, иначе много ароматов не успеваю просто. Какие-то выделяю, чтобы заканчивать, но вот время от времени. Алена Ахмадулина — это аромат, который у меня больше стоит для красоты. Он практически целый. Насыщенный грейпфрут. Очень-очень красивый флакон. Тут просто произведение искусства. Само вот это оформление. Но тут тяжеленький такой. Давайте я в воздух. Да, тут прямо такой томный грейпфрут. Он хорош на волосах. Вверх пшикнуть, встать под дождик и наслаждаться вот таким отдаленным, но под настроение, когда хочется такой прям горчинки. Алатау. Я этот аромат очень люблю. Тоже время от времени я его использую. Он такой строгий, я бы сказала, замороженный. В нем вообще ничего сладкого нет. Такое прямо и холода в нем нет. В нем строгость какая-то. Милейший аромат. Тоже здесь есть и цитрусы, и цветочки. Ну вот, примерно вот так. Очень нравится сам флакон. Это стекло, не пластик. Причем так приятно оформленное стекло. Нравится. И в руках держать приятно. Холодненький такой. Было у меня два. Осталась одна орхидея от Ранжери, по-моему, у Фаберлик три аромата было вот в этой линейке, и у меня орхидея остался, был еще Нероли, я его закончила. Далее, давайте я вам покажу одиночки, а потом парные. Флярет, люблю. Не всем он нравится, я люблю, пользуюсь нечасто, но вот, например, в поездку, если бы я взяла, я бы с огромным удовольствием им пользовалась одним. И сейчас следующий аромат покажу, про который могу сказать то же самое. Могу вот прям каждый день использовать, пока не закончится. Но так как коллекция большая, этого, видите, не делаю, потихонечку использую. Это Пуртужур, аромат невесты. Аромат с историей. Люблю Валькирию. Женщина-воин. Вот в этом аромате. Деловая женщина. Сильная женщина. Очень хорошо в этом аромате ходить, документы подписывать. Себя чувствуешь? Такой мужественный. Но красивый он. Там, мне кажется, есть что-то такое свежее в нем. Два аромата серьезных. Вот этот более такой классика женской парфюмерии. Вайолет. Симпатичный прямо. Такой аметистовый какой-то кристалл.
красивый. А вот этот аромат, вообще их тоже было в компании. Вот видите, я начинаю оглаживать. Я не пыль вытираю сейчас, я оглаживаю. У меня бывает вот такое, что я начинаю гладить флакон. То же самое делаю с мылом, кусочками мыла. Если я беру их в руки, я начинаю их тискать. Вот прям могу загладить. Вот этот букет... Кто-то мне из девочек сказал, что, Света, не говори раньше времени фу, потому что попробуй его поносить в конце августа, вот когда цветы цветут, поля прямо цветочные. Я пробовала, особенно вечером, когда ветерок, дома нет, на улицу очень приятно с ним прогуляться оказалось. Но не на каждый день, вот видите, он у меня практически остается целым, но время от времени я его выгуливаю. Они разные, хотя вот по цвету, да, вот кажется, что что-то в них есть общее. Но это вот... сложнее аромат. Но есть у него такие любители, для кого-то он прямо единственный на всю жизнь. Вот это меня очень удивило, но тем не менее. Вот этот я хочу бы закончить. Шоколадная история. Вообще аромат шоколада я не очень люблю в парфюмерии. Но у меня парочка есть. Вот Вейвен один есть маленький, 10 мл. Там есть шоколадная нотка. И вот конкретно шоколадная история от Faberlic. Здесь всего половинка, в целом флаконе 30 мл. Ну, получается, тут всего, может, 15, даже поменьше. И надо бы его закончить каким-то образом. Вот. Хотелось бы, по крайней мере. Так, дальше я покажу вам несколько парных ароматов. По-моему, по 60 или 65 мл Юдашкины. Валентин Юдашкин. У меня вот такой классический золотой, я его называю. Очень толстое донышко такое прямо. Кристалл приятный. И розовый Юдашкин. Тоже вот так выглядит. Очень симпатичненько тут. Гравировка выполнена. Тоже флакон такой тяжеленький, увесистый, с толстым донышком. Также большой объем. Два аромата. Как же вы называете? Beauty Cafe. Они полегче Юдашкина, уже такие более повседневные, я бы даже сказала, в моем понимании. Так, такой бьюти-кафе и бьюти-кафе, по-моему, каприз. Да, вот. Здесь нет веса. Ну, объема. Вот, так что бьюти-кафе у меня парочка. Два аромата у меня есть, фэнтези и... Мелоди. Мелоди приятней, хотя пользуюсь нечасто. Красивые очень флаконы. А вот фэнтези, в нем есть грейпфрут, и поэтому вот эта горчинка. Но не как в Ахмадулиной. Вот фэнтези полегче, конечно. Так, два аромата О Фейрик Сенсуэль и О Фейрик Эмантюн. Не помню, Монтюнель, что ли. Не буду пытаться произнести вот так. В подарках приезжали, но еще не было такого, чтобы вот прямо пользовалась, чтобы было видно, что убавилось. Каори у меня есть юзу. Так, сейчас открою дверь. Так, давайте покажу. Каори классический и юзу. Вот этот для меня тяжелый, а вот этот нормально ношу с удовольствием. Но опять же, давно не носила. Симпатичные флакончики. Так, что же еще? Ага, вот еще у меня есть парочка. Хотя их выходило три аромата. Бон-бон и вот Бель Энж. Был еще один, тоже цветной. У меня тут вот так. Это не так давно были подарены, но еще особо не носила. Только тестировала, можно так сказать. Далее. А дальше мы с вами посмотрим несколько ароматов в эконом-варианте, которые я бы хотела убавить на самом деле. Потому что не очень люблю вот эконом-флаконы. Хотя тут ароматы достаточно сложные. Если вот брать платинум и бамонт, по-моему, то потихонечку убавляю, но один из них потяжелее.
Тот, в котором есть перчинка. Если я сейчас вспомню, в каком именно. Так, Бомонд побрызгала. Да, по-моему, в нем. Да, в Бомонде. Платинум более такой классический, более приятный. Хотя, ну, тоже такой сложноватенький немножко. Давайте я так чуть-чуть сдвину. Вот. Чтобы было куда поставить. Так, следующее, что я вам покажу, это очень красивые ароматы. Флаконы похожи. Вот сейчас Бомонд чувствую. Знаете, вот от него немножко как, даже не перчинка, табачная, что ли, нота какая-то есть. Очень люблю и вот эти цветы, по-моему, белые цветы, и вот этот ализер. С удовольствием время от времени пользуюсь, а вот этот прямо последнее время с удовольствием. Вот его сейчас ниже, чем отметка, потому что прямо активно его сейчас ношу и прям нравится. Этим летом зашло. И активно пользуюсь. Так, это у нас карамельки, я их называю. Вот у них три. Мандарин, бергамот и аква. Я их миксую, соединяю друг с дружкой и потихонечку убавляю. Мне хочется их вывести. Ну, может быть, не в этом году, но хотелось бы их вывести. И два аромата, которыми я почти не пользуюсь. Это Пандор и Фортуната. Они для меня тяжеловаты. Но потихонечку, видите, тоже они убавляются. И хотелось бы их тоже закончить и вывести. Тут сами флаконы 15 мл. Ну и выходит в этом осталось миллилитров 7. Ну тут может около 10. Вот, хотелось бы их вывести тоже. Вот такие у меня коллекции Oriflame и Faberlic. И сейчас я прямо совсем чуть-чуть покажу, что у меня есть от Yves Rocher и от Mary Kay. От Mary Kay у меня так и живут два аромата. Это Vela City. Вот здесь название написано на колпачке. И Elish. Оба интересные. Мне показалось, что Vela City начал искажаться. Вот я последний раз им попользовалась. Возможно, это в трубочке искаженный аромат, но если исказился, ну, попробую я его как освежитель использовать, но если не пойдет, то придется избавиться. Вот, поэтому не знаю. А Elish прекрасно работает. Такой он достаточно женственный, строгий. У него красивый флакон. Вот Elish надо бы доиспользовать. А Vela City, в общем, потестировать. И если действительно ноты начали меняться, то можно как освежитель его. И что у меня есть от Yves Rocher? Тут любовь-любовь. Два осталось. Был еще мой любименький ландыш, но он закончился. И у меня осталась роза. И цветы, цитрусовые цветы, цветы лимона. Как-то вот так вот этот вот аромат. Ну, роза активнее у меня уходит. Люблю. Две капельки я их называю. Так. От Yves Rocher. Название я вам давайте вот отсюда покажу. Натюрель. И вот так. Очень люблю оба. Пользуюсь не часто, но когда пользуюсь, то получаю удовольствие. Приятный от Evidence аромат, название. Вот. Давайте вот так, чтобы было видно. Медленно уходит, но уходит. Выгнутый флакон. Иногда прям тоже хочется его поносить. И последнее. Это Flower Party. Ночной цветочек такой. Давно не носила. Он такой маленький, обычно он где-нибудь стоит, а на нем еще что-нибудь лежит. И поэтому я его забываю. Поэтому нужно тоже под руку поставить, ну, правильно сказать, под руку поставить и использовать его. Вот такая коллекция у меня сетевых ароматов.
И в следующей части я вам покажу уже бюджет и люкс, все, что у меня есть, не связанное с сетевыми ароматами. Сейчас буду с вами прощаться. Огромное спасибо за внимание, за просмотр, что ждете. Спасибо за понимание, что, может быть, нет нот или восприятий. Ну, воспринимайте этот ролик. Просто погремели, посмотрели, погладили флакончики. Всем прекрасного настроения и всем пока!